Всем привет! У нас сегодня в обзоре крутой рюкзак от фирмы Deuter, модель под названием Guide объемом 42 литра плюс. Если для вас это большой рюкзак, у нас есть поменьше. У нас есть объемом 35 литров. Если для вас это тоже большой рюкзак, то у нас есть поменьше, объемом 30 литров. Ну а если вы леди, у нас есть специальная женская версия. 30-литровый рюкзак от фирмы Deuter, модель SL. Давайте на его примере и разберем данный рюкзак. Модель Guide 30 Plus SL от фирмы Deuter. Прочная ткань и надежные швы позволят вам полностью набить рюкзак альп-снаряжением, и с ним точно ничего не случится. Эргономическая зауженная форма рюкзака и гибкий анатомический набедренный пояс Variflex позволит удобно распределить вес, что сэкономит силы и сохранит свободу движений. Рюкзак Deuter Guide разработан с учетом особенностей женской анатомии. База у этих рюкзаков немного короче, чем у стандартных рюкзаков Deuter, поэтому эта серия подходит для мужчин небольшого роста. Разработчики предлагают женщинам, которые выберут рюкзак с обозначением SL, первоклассный комфорт благодаря более узким плечевым лямкам, мягкому набедренному поясу конической формы. Хочется обратить ваше внимание, что здесь имеется огромное количество всяких приспособлений для вашего снаряжения, для лыж, для кошек. Также здесь можно и закрепить палки для скандинавской ходьбы. По поводу карманов и отделений. Одно отделение на змейке со специальным карабином крепления для ключей. Также здесь есть еще боковые отделения, которые предназначены для быстрого доступа к вашему рюкзаку. Например, вы его полностью заполнили, и та вещь, которая вам нужна, находится где-то сбоку, то не обязательно открывать весь рюкзак и все оттуда вынимать. Достаточно открыть эту молнию и найти ту вещь, которая вам нужна. Внутри мы имеем один карман на молнии и одно основное отделение. Также здесь есть специальное крепление под питьевую систему от фирмы Deuter. Питьевая система у нас выходит на правую лямку. Для нее, для тебя, для ребенка. Огромный выбор рюкзаков имеется на сайте mandrivnik.com.ua.